Улица Радужная, 61. 16-этажный дом 1985 года постройки. Материал наружных стен керамзитобетон. В доме два парадных, входы в которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии. Двери оборудованы домофонами, есть пандусы. Во дворе относительно чисто. Места для парковки есть, но их недостаточно. Детская площадка очень старая. Рядом с домом детский сад. В нескольких минутах ходьбы школа. Недалеко остановка общественного транспорта, парикмахерская и небольшой торговый центр с пиццерией. Поблизости стадион для спортивных игр. Озеро Радунка в ближайших окрестностях. Состояние дома в целом удовлетворительное.